Ну, молодец. Лёш, дай пульт, я ДНК включу, Лёш. Опять я его завтра спрячу одеяло. Понятно?
Поиграй с ней. Не здесь, Илюша. Игра. Играешь с Илюшей, да? Игра. Грязная, не испачкала. Ha ha ha!
Предлагаю воспользоваться кредитом без скрытых комиссий. Сожителем она живет. С момента, как вот они расстались с моим женихом, да. И получается уже где-то больше года. Мужчина на фотографии, это не сожитель? Да. Может быть, он признает ребенка? Я думаю, хотела, что это было. А вы не спрашивали ее? Ну, когда она скидывала фотографию, она говорит, вот я с ним живу, ты мне скажи, похоже, они не я ей сказала, что похоже. Он похож на твоего Лешу больше, чем на моего. Просили Алексея поговорить с его любовницей, чтобы она как-то оставила вас в покое. У вас новый этап в жизни. Постоянно. Я постоянно просила, и он разговаривал, и на самом деле разговаривал. Ой, кисть, как какая. Я сейчас уберу, не надо, Андрей. Появлялась раз за разом, то есть она могла пропасть на неделю. Так сделай. Кисть, бабина курточка, да? Да? Ай, ты какая. Она звонила с какой целью? Она хотела, чтобы ребенок общался с Алексеем? Игра. Цель ее? Она пыталась его не понять. Ой, кто там плачет? Он видит тебя. Надо, потому что он, ну, с машиной. А у него все будет бывает. Почему она навязывает ребенка вашего же?
говорит, что у вашего мужа есть ребенок. Я это знаю точно. Это его сын. Присылает фотографии. Потом муж мне показывает. Потом же спрашивает. Своего ребенка вашему мужу. Пока что она хочет жить с ним. А, хочет потому жить что, да, он такой, ну, он лояльный, он, ну, грубо он не обращается, он, вот, да, вот мы с ним живем, но меня никогда не бил, не ругался, помощь от вашего мужа не нужна.
заметила для себя. Я пишу, какие претензии есть, да? Она мне пишет никаких. Я ей дальше пишу. Мне муж сказал, что ты отдала ребенка для себя. Ты говоришь, что у нее волосы, как она сказала, я отдала ребенка для себя. Я пишу, какие претензии к нам. Для меня претензий вообще никаких и к нам нет. Тогда ты что хочешь от нас? Пиши нам. Вера, у нас в студии девушка. У нее скоро свадьба. И накануне свадьбы она стала получать фотографии полугодовалого ребенка, любовницы жениха. Ее зовут Елена. Расскажите, пожалуйста, Вере, что у вас за предсвадебный переполох? Неделю назад мне Елена не стала названивать, написывать и скидывать фотографии. Которая предъявляет ребенка вашему жениху, сколько? 33 года, та же самая. Вера, а вы сами видели с этой женщиной? Нет. А фотографию? Вы ее видели фотографию? Фотографию видела? Видели. Я говорю, ты можешь мне показать эту девушку, женщину, вот как она вообще? Опишите мне, пожалуйста. Ну, мне быстро показалось. Он получается, что вот прям быстро. И видно, что она темненькая, волосы у нее поняли, вот так на плечи пониже берет. Похоже описание на ту девушку, которая вам предъявляет ребенка? Абсолютно точно. Наверное, Вера сказала то же самое, что я бы про нее сказала. Как мне по фотографиям показалась высокостройная девушка с темными волосами, согласно шипусь на лицах. Но я прям фотографии разглядываю. Я сейчас могу сказать то, что в нашей жизни она когда на фотографиях стало видно живот. До этого ее не было. Даже пока у меня были чуды, что на фотографии без живота ее не было. Появился живот, она стала написывать и написывать. Лечить ее? Лечить ее? Ой. Но кто папа, вот у вас такой вопрос. Ну, однозначно я не Алексей, потому что ребенок на него похож. Вы ведь фотографии на. Знакомить, то есть вас подробно нет. Нет. Я бы сказала, что вы считаете отцом сына. Не было никаких...
Алексей потому что отец Алексей, я уверена, бессовестная девушка, бессовестная. Да, но мужской вы будете. И что? И что? Да? Ты не бессовестная, ты сама к нему ездишь. Я сам звал. А ты по первому зову побежала, да? Нельзя, я его люблю. Нельзя, Ангелин. Общается и все, потому что он отец его. Больше ничего не хочу. Тогда зачем ты мне пишешь? Я с тобой мало переписывалась, заметила? Да. Ты мне много пишешь, я тебе ничего не отвечаю. Да я уже слышу. И когда я узнал беременность, я не могла оставить его. Может быть, говорю, что свои дети вы можете разрушить его семье. Немало. Кто намочил мою постель? Дракон, да? Какой день?
Очень много денег, 20 тысяч точно уходит. Однако Елена хочет
хочет, чтобы Никита знал папу. А для этого ей нужен тест ДНК. Где папа, сынок? Нет? Пропал папа наш? Thank you.
есть эта девушка мне написала, как бы разобщались и начали общаться. После этого пригласил ее к себе. Он приехал. И как бы случилось, ну, случилось. Примерно, ну, апрель, май. Вообще удивительно.
Очень интимно была один раз, и я считаю, что это не мой ребенок, он на меня не похож. Я знаю, что ребенок рожден в феврале, а секс у нас было только в апреле. То, что связь была один раз, это не исключает возможности того, что вы стали отцом. Ну, я этого отца ребенка, мне никак не похож. Секс да. В апреле. Один раз. О, вы говорите, не похож. Вы его видели? По фотографиям только, потому что она скинула мне информацию, что вот посмотри на сына, он типа вот твой. Я говорю, ну, он на меня вообще не похож. Если у меня есть вот мой ребенок, вот если он похож, он мой ребенок. А вот где, от кого Никита, я вот не знаю. По срокам вообще не сходится. Вообще никак не сходится. И в апреле, и феврале это уже получается ребенок может быть переношен. А насколько я знаю, Екатерина не родится. Потому что она родилась.